В этом сезоне зима еще не испытывала Центр управления городскими дорогами сильными снегопадами, но владимирские коммунальщики с уверенностью заявляют, к зимним сюрпризам готовы. Убирать владимирские улицы от снега и льда будут 130 единиц техники и больше 400 сотрудников ЦУГД. Весь транспорт уже прошел техосмотр и готов к работе. Первый этап у нас идет обработка противогололедного материала, второй этап сдвигания и подметание. Между этими циклами рабочими определенная выдержка создается. В случае снегопада, который не прекращается, эти циклы повторяются. И у нас задействуется порядка 56 водителей, которые между собой распределяют маршрутные карты и в круглосуточном режиме осуществляют работу. На традиционном параде снегоуборочной техники лишь часть арсенала Центра управления городскими дорогами. Автогрейдеры, погрузочная техника и комбинированные дорожные машины. Территория, которую предстоит убирать от сугробов и наледи, больше 3,5 миллионов квадратных метров. Обрабатывать автомагистрали будут песко-соляной смесью. Город уже закупил к зиме 30 тысяч тонн реагентов. Кстати, о случаях некачественной уборки жители смогут сообщать на горячую линию. Идет взаимодействие с районными администрациями, с жителями. Мы принимаем заявки от жителей города о проблемных участках на тех или иных улицах. Данную заявку можно отправить по телефону 479-094. В Центре управления городскими дорогами говорят, качество уборки не всегда зависит только от коммунальных служб. Сергей Шмелев больше 10 лет работает водителем снегоуборочной машины. Он вместе с коллегами не раз сталкивался с тем, что жители сами мешают расчищать дороги во время снегопадов. Нам не уступает, соответственно, получается заторы в городе и нальт за это получается. А потом еще нас обвиняют, что мы им не посыпали или что-то остальное. Помимо дорог, коммунальщикам предстоит ежедневно убирать наледь почти с 300 остановок общественного транспорта. Сейчас в ЦУГД дополнительно принимают на работу новых сотрудников. Будем рады, если к нам придут дополнительные сотрудники, квалифицированные сотрудники по уборке территории. Также было бы неплохо, если к нам пришли бы машинисты автогрейдера, водители погрузчиков и экскаваторы. По распоряжению главы администрации города Андрея Шохина, Центр управления городскими дорогами с 1 декабря переходит на круглосуточный режим работы. Однако, по прогнозу синоптиков, сильные снегопады могут начаться уже в ближайшие дни. В ЦУГД заверяют, что готовы организовать 24-часовой рабочий график персонала и техники в случае первой необходимости. Оксана Любимова, Егор Хрыбко, 6 канал.